Всем добрый день, здравствуйте. Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Приглашаю вас на фестиваль Таиланда в Москве. Сад Эрмитаж. А как-то так. Идемте погулять. Знаете, должна сказать, что для меня Таиланд — это что-то такое очень-очень экзотическое, запредельное. Скажу честно, я знаю, как многие люди любят Таиланд, как туда любят ездить, многие просто болеют Таиландом. Для меня это непонятно. Я все понимаю, при всей экзотичности я бы в Таиланд не поехала, даже если бы меня туда, бесплатно отправили, подарили бы. Вот правда, не хочу. Вообще, при всем уважении к различным культурам, народам, нациям, вот азиатские страны, наверное, за исключением все-таки Китая и Японии, для меня это что-то такое очень, очень непонятное, очень опасное, очень... в чем-то даже грязное. Мне кажется, там такая грязь, там такая антисанитария. Мне кажется, там такая бедность. Возможно, я ошибаюсь. Это лично мое мнение. Но вот честно, сейчас меня тут забросаете меня шапками, но я как-то больше все-таки такой вот человек европейский, и мне это ближе. Несмотря на то, что я выросла все-таки в Азербайджане, но это не совсем Азия, не совсем. Поэтому даже совсем не Азия, скажем так. Поэтому все-таки, каждому свое. И я с пониманием отношусь к тем, кто любит Азию, кто туда ездит постоянно, отдыхает там, но это не мое. Просто не мое. У каждого свое, у меня другое. Поэтому давайте просто посмотрим на эту красоту, на эту вот экзотику, на эту просто сказочно потрясающую красоту. Я уже второй раз на этом фестивале была в прошлом году. Здесь и массаж, и мастер-классы, и концерты, и еда, и фотозоны. Фестиваль длится 3 дня, 4, 5, 6 августа. И поэтому у вас еще есть время сюда приехать. Я уже посмотрела, многие блогеры выложили видео с тайского фестиваля. Я как бы подзадержалась. Вчера не поехала на открытие, но зато сегодня в полном объеме я там побывала, посмотрела. Была я там ближе к вечеру, и мне удалось концерт немножечко посмотреть, тайский бокс, танцы. Но это все будет позже. А пока вот такой вот видеообзор площадок тайского фестиваля. Идемте гулять, идемте смотреть. Thank you.
А вот это продается, нет? Нет, к сожалению. А что не продается-то? К сожалению, главное, что все А вот большой деревянный полторы вот висит на стене. Thank you.
открывайся. Посмотрим с вами выставку, посвященную Таиланду. По-моему, кроме меня никто больше эту выставку вообще не смотрит. Это шелк, шелковая одежда. Смотрите, какая тут красота. Очень красиво. Тут шелк. Кому интересно, можете QR-код посмотреть. Он вас режет. Да.
Никита ушел сейчас на перевязку. Чего? До того, как он сюда пошел, всех вместе. Вчера юбку сшил, отдали девочку. Ты сам зачем? Знакомая. Да. Не расстраивайтесь, со всеми так бывает. У нас в чем-то когда-то всех обманывают. Возможно, неумышленно. Возможно, по незнанию. Этот ажиотаж понимаю. Такое редко бывает. Да, нет. Сок тайских бананов. Это вот ее имя. Это значит. У нас вот девушка есть, ее зовут Нок. Нок означает птица. Сейчас я режу ананас, который вырос на Пхукете неделю назад. Выехал оттуда, меньше недели. Приехал сюда, с нами вместе прилетел. И завтра тоже будет. Это он изначально такой. Ну, на сегодня это все. Всем большое спасибо за внимание и за просмотр этого видео. Я, как всегда, приглашаю вас всех подписаться на свой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем добра, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. До свидания, до встречи. Пока-пока.